Всем привет! Сегодненько, завтренько, вчера, похуй. Короче, Будда плюс Феликс. Начинаем. Первая способка заметненько. С третьей тоже заметненько изменение. Четвертое. Не-не-не. Сначала полет заметен. В скорости разницы нет, в размерах. Просто становлюсь фениксом с эффектом Будды. Это full body феникс у нас. Сейчас он мне, короче, гравити дал. Гравити. Это плохо. Вторая способка на воздухе. Специально ничего не происходит. Оу, передвижение, офигеть какое. Я буквально сижу на этой штуке. Ой, это прикольно. Вот этот пацан. Сейчас у него, не знаю, какой фрукт, но у него сейчас не контроль. Он в том магазине купил контроль. И мы его с другом, короче, развели. Не слабенько так. Это просто шутка, когда контроль ну, в принципе, сойдет. Сейчас мы разведем моего друга с моим другом на контроль. Мы просто вот сейчас у него контроль, он его купил в магазине. Сейчас в его магазине продается. Вот этот Макс Бро купит ему бомб за робуксы. Фрукт, то он у него сменится на тот, на который купили. Кстати, вот песок плюс Будда, прикольное явление с полетом. Я похож на джина.
Ну или на пылесос. Короче, я просто посмотреть на реакцию моего друга Папевса. Сейчас я просто отвлекаю его, пока Макс покупает ему бомб. Мы в Дискорде с ним ржем. Это уже другая история. Короче, сейчас он купит бомб вообще. О, все, он купил бомб. Чекаем. Он такой, зачем? Это благотворительность. Ну, в принципе, все, я озвучивать не буду. Всем пока заранее. Смотрите видео, если хотите. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и т.д. У меня еще на готове целое видео.